Басков рассказал, где зарегистрирует брак с Лопаревой. Пара планирует зарегистрировать свои отношения в одном из столичных ЗАГСов, но когда произойдет это торжественное событие, никто не знает. На прошлой неделе стало известно, что Николай Басков и Виктория Лопарева запланировали свою роспись на 5 октября. Как рассказал певец в эфире программы Андрея Малахова, прямой эфир, об этом его попросила мама, которая не смогла приехать на церемонию бракосочетания сына. Как и следовало ожидать, на Баскова и Лопарева после подобной новости обрушился шквал критики. Многие обвинили пару в пиаре и заявили, что информации об их предстоящем бракосочетании изначально было ложной. В недавнем интервью артист поспешно успокоил разгневавших фанатов. Николай заверил, что торжество обязательно состоится, но конкретную дату называть не стал. Мы же москвичи, поэтому мы бы все-таки в Москве зарегистрировались. Для нас это не проблема, отметил Бас. Добавим, что до отношений с Викторией Лопаревой «Золотой голос России» встречался с моделью Софи Кольчевой. Влюбленным пророчили свадьбу, но до алтаря дело так и не дошло.